знаешь, его книги, одуванчик и молоко. Так, еще гости подошли. Группа поддержки. Так, вот, пришло мое лучшее произведение меня поддержать. Это Татьяна. Итак, биполярная по мотивам баллады «Истин наизнанку». Франсуа Вийона. Если в зелье ты чувствуешь яд, лучше, если попросишь добавку. Если раны сильнее болят, значит, дело идет на поправку. Если окна завешены льдом, тихо к окнам крадется весна. Если смерть посетила твой дом, время в землю бросать семена и принять. Может, жребий таков, в прежний круг возвращения нет. Мы головки убитых цветов посыпаем старухи во след. Мы ночуем в убитых стихах, говорим не о том и не с теми. Если шум раздается в ушах, значит, вслушаться самое время. Если сплин одолел до краев, значит, жизнь не глупа, не скучна. Если враг помнит имя твое, время в землю бросать семена. Пусть ветвисто раскинется сад, вторя песням твоим и словам. Если ты несказанно богат, значит, время платить по счетам. Если сил остается чуть-чуть, время силы по капле собрать. Если страх не дает отдохнуть, то бесстрашие не занимать. Видишь, страстью богач опьянен, приумноживший свой капитал. Чем богаче становится он, тем сильнее корысть запал. Не достигнувши самого дна, не узнать, как глубок водоем. Кто дослушает речи лгуна, легче правду поймет обо всем. Там, где правит бессмыслица слов, там правдива одна тишина. Если смерть пощадила твой кров, время в землю бросать семена. Коль словам и страстям, господин, предсказуемы речи твои, всех брутальней тот из мужчин, кто неистовее жаждет любви, кто поймет, что мужчина не бог, очень многое в жизни поймет. Если порох в стволах не промок, дайте птице свободный полет. Чем обширнее крыльев размах, меньше машет крылами она. Если страсть одолела твой страх, время в землю бросать семена. Спасибо.